Андреянова Лиза, 6 лет. Алексеевский детский сад номер 4, «Березка». Стихотворение Светланы Красковой «Не сдавайся» посвящено событиям Великой Отечественной войны. На полях той войны проклятой проще было погибнуть, чем жить. Но сдержал для себя ты клятву не сдаваться, а победить. Когда пули в бою скосила, смерти лик появился во мгле. И закричал из последней силы: «Я не сдамся, не сдамся тебе!» Крик безмолвный в плену сомнений: «Не могу я так больше, нет!» И в бессилии встаешь на колени. «Не сдавайся!» — звучит ответ. Люди скажут: «Никто на свете не поможет в твоей беде!» У друзей спроси совета, «Не сдавайся!» — ответит тебе. Как бы жизнь тебя ни крутила, какой бы жизнь ни была, не сдавайся, ведь ты победитель, и победа заслуга твоя. И если больно сердце станет от того, что порой не везло, и слеза глаза застилает, не сдавайся, держись все равно, когда сила пронзает болью, но еще тяжелее на душе. Возникает мысль невольно, что прошел ты свой путь на земле. Зубы стиснув, держись, не сдавайся, мысли эти гони от тебя. Как сумеешь, за жизнь цепляйся, на дорожном день до дня. Не сдавайся, как для солдата, для тебя это просто приказ. Победи ты тогда в 45-м, не сдавайся, ты слышишь сейчас.